вот такая у нас здесь импровизированная стояночка. Вот мы остановились. Сегодня у нас 3 июля. Ждем салют Эдисона. И вот так вот выглядит сам Эдисон. И вот еще люди заезжают на импровизированную парковку. В общем, мы сегодня в Эдисоне. 3 июля 2023 год. В общем, здесь у них сегодня праздник. Кабум Эдисон. Чего-то там посвященный Дню независимости США. Наверху в офисе тоже все ждут салют. Люди в офисе возле окон уже стоят. А мы подойдем к самому парку. В общем, тут сзади меня, должно быть, вам видно, в стуле прям в своем пикапе сидят. Даже не просто на земле, а прям в машине. И вот такой самолетик, посмотрите, как красиво. Черное небо. Очень красиво. Военные самолетики. Очень красиво. Вот. Пойдем на самый верх парковки, на крышу. Будем смотреть салют. Духота неимоверна. Взяли зонт, там фронт идет. Короче, не знаю, что какой этаж, 6-й, наверное. Вот выше на предпоследний этаж. Сейчас снимем самолетик и поднимемся выше. Вон, салют уже начался. Вот такой красивый у нас самолет. Посмотрите, сколько людей внизу, если видно. Вот это все люди ждут салют. И самолетик еще летает. Народ балуется бенгальскими огнями в честь Дня независимости. Ну вот так вот люди встречают этот праздник. Надеюсь, у меня не с головы горит там. Вот так вот все стоят, смотрят. И моя муся стоит. Вот полицейский приехал, сказал, что нельзя огонь разводить. Вот так вот. Здесь все серьезно. Без бенгальских огней. Вот здесь мы видим такую вот лестницу. Получается. Внизу кто-то барбекю жарит. Вот. Thank you.
Вот мы вышли на самый верх. Здесь очень много людей. Все ездят, гуляют. Ездит полиция, чтобы все было хорошо. И здесь вот, если посмотреть прямо вверх, мы видим уже грозу. Какие-то кружочки, колечки. О, как красиво! Это же типа сердечко. Thank you.
Уже 14 минут идет. Всем привет! Ну вот, за моей спиной салют 3 июля в Эдисоне. Посмотрите, сколько людей собралось на парковке. Все смотрят салют. Кабум фестиваль. В прошлом году мы его видели издалека, когда были в отеле. Жили, когда нас затопил сосед сверху. В общем, в этом году мы смотрим его так. Да, вот так вот люди сидят, смотрят салют. Вот Маринка тоже снимает салют. Решил уже пораньше уехать, иначе не съедут с самого верха. Вот тут стоит напротив со штатива.
Ну вот мы вышли на самый верх. Всех с праздником. В общем, всех с праздником. Всех американцев с праздником. С днем их независимости. Когда от них ни черта не зависит. Смотрю спиной. Кабул, фестиваль Edison 2023. Смотрите, сколько много людей. Ну там две палочки. Ну она вырубалась, это хорошо. Мне показалось, что не красный. Может, и пригрелся. В общем, смотрю спиной. Фестиваль Edison 2023. Вы смотрите, сколько много людей. Вот такая атмосфера у нас сегодня в Эдисоне. Смотрите, как в здании отражается красиво салют. Там ребята где-то сидят на... О, у нас там молния такая. Думаю, вот это окончание салюта. Всех с праздником! Закончился фестиваль салюта в Кабул. Кабул это...
там. Вот такие ребята в таких нарядах ходят здесь у нас.